Ребята, ну перед началом данного ролика я хотел бы попросить вас вступить в мою группу во ВКонтакте. Здесь будут различные опросы по поводу Roblox игр. Также здесь вы можете предлагать ваши скины в Роблоксе на оценку. Также здесь я выкладываю оповещения о новых видео. Ну и на 100 участников я сделаю конкурс на Робоксы, ребят. Поэтому прямо сейчас вступайте в мою группу во ВКонтакте. Ссылочка в описании. Hello, Норзами, как ты, Винтари? Сегодня мы продолжаем играть в All Star Tower Defense в Роблоксе. И сегодня, ребят, у нас будет на обзоре кошмарный Луфи 6 стар. Он уже есть у моего подписчика, ребята, и я от этого просто в шоке, потому что я пока что успел нафармить только 4000 конфет, а он стоит 30 тысяч, ребят, но все равно скоро нафармлю, ребят, да? Что ж, ребят, прямо сейчас прожмякайте топовый, сочный, зимний лайкос, иначе попадос, а также называйте подписываться на канал и жмя колокольчик, чтобы не пропускать все новые ролики и стримчанские. Очуметь, ребят, кошмарный Луфи, это просто какой-то капец. Луфи-зомби, да, ребята? Сегодня с вами его затестим, ну что, погнали тогда в Винф, наверное, и будем как раз тестировать данного Луфи кошмар. Итак, ребят, мы уже залетели в катку, и поставить данного Луфи стоит 500. И, ребят, вот он, посмотрите, какой шикарный. На первом левеле у него 1790 дамага, также 4 СПА, и рейндж у него 30. А, чуметь. Статистика уже на первом левеле неплохая, и всего лишь 500 он стоит, ребят. Так, у меня атака фикс, да. У меня все включено, и давайте смотреть, как он атачит. А, чуметь, это будет очень эпично, мне кажется, я уже очень хочу посмотреть. Итак, рейндж 3. Офигеть, ребят, смотрите, он так ногой дамажит. Смотрите, как я понял, как он дамажит, он так ногой бьет, получается, и наносит дамаг, да? И, скорее всего, я у него конус. Выглядит просто обалденно. Смотрите, какой классный Луфи. Я его тоже себе скоро получу. Сейчас прям буду очень жестко играть этот ивент. И потом себе тоже получу данного Луфи. Да, мой подписчик тоже подтвердил, что у него АОЕ конус. И, в общем, вот так вот он на первом левеле бьет своей ногой, получается, и наносит 1790 дамага раз в 4 секунды. Очень даже, ребят, неплохо для ирли дефа, даже в тех же орбах. Следующая прокачка стоит 500 у него также. И сейчас посмотрим, что у него меняется. Ребят, добавь дамаг. На второй, точнее, до первой прокачки у него 3000 дамага. Неплохо, ребят. Но и анимация никак не поменялась. СПА не увеличилась, не уменьшилась. И рейнджа не добавилась. В общем, на первой прокачке только увеличивается дамаг. Итак, следующая прокачка, ребят, уже вторая прокачка. Стоит уже косарь. То есть уже побольше стоит его прокачка. И у него добавилось еще 2000 дамага. Теперь у него 5100 дамага, ребят. Слушайте, реально очень хороший юнит для ирли дефа. Для ирли дефа, я думаю, это прям будет очень хорошо. Там в орбы идешь, ставишь просто за 500, и он дальше вот всех чисто убивает. Реально крутой юнит по-любому будет для Early Death, потому что очень дешевый. Ну, хотя Генос, возможно, получше будет, но в любом случае, ребят. Так, следующая прокачка какая? Давайте смотреть, что у него будет за следующая прокачка. Стоит уже 2000, ребят. Да, стоит 2000. И давайте смотреть. 7000 дамага у него. Нифига себе. И, ребят, также новая анимация. Смотрите, теперь он рукой вот так вот бьет. Нифига себе. Блин, прикольно. Теперь у него 7000, также рейндж вроде немного увеличился. И новая анимация. Вот так вот классно выглядит новая анимация. Вау. Теперь он увеличивает руку и вот так вот бьет. Что меня радует, что он прям мега быстро бьет. 4 секунды. Юниты даже не успевают пройти. Очень классно. Четвертая прокачка стоит уже поменьше. 1450. И у него уже 11000 дамага. Анимация, как мы видим, никак не поменялась. Но зато теперь еще больше дамага у этого персонажа. Кстати, интересно, атакует ли он аэров? Я думаю, что скорее всего не атакует. Но все равно как раз проверим. Пятая прокачка тоже стоит 1450. И, ребят, уже 15000 дамага. А, чуметь. Кстати, жалко, что никакого блессинга нет. Никаких эффектов у этой юниты, потому что его, в принципе, получить довольно сложно, и было бы круто, если бы добавили. Ребят, уже 15 тысяч дамага, еще 2 или 3 прокачки, да, как я вижу. Уже 15 тысяч почти. Следующая прокачка уже стоит опять 2000. Ребят, прокачки у него вообще прям недорогие, да, как я заметил. Так, и смотрим. Ребят, 17900 дамага. Уже 17900. Неплохо очень. Ну, единственный минус, это то, что маленький рейндж всего лишь 35. Но в любом случае, дамаж неплохой, ребят, да. Ну, хотя, по большей части, это юнит не по дамагу, а просто как флекс юнит. Либо же для дамага, господи, не для дамага, для коллекции, ну, либо же для трейдов. Его неплохо сейчас трейдит. И последняя прокачка на full level стоит 3500. Ребят, новая анимация. Уже 25 тысяч дамага и также вот такая вот новая анимация. Офигеть. Это он получается таким залпом. Получается, как атака Луфи Гатлинг. Вот так вот он типа атачит, как своим миниганом из этих рук. И получается, носит по 25 тысяч дамага за 4 секунды. И также у него рейндж 38. Если что, ребят, это Луфи 80 уровня, да? Что ж, ребят, пишите оценку этому юниту в ваших комментах. Мне лично он понравился. Довольно, ну, не прям очень сильный, но неплохой, ребята. Я бы его оценил, думаю, на 9 из 10. Мне очень понравился юнит. Классные анимации, классно выглядит. Ну, вообще классный юнит, ребят, да? Пишите вашу оценку в комментариях. Ребят, ну, с вами Кости Винтер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока-пока, и...